Если вы ни разу не запекали рыбу с яблоками, то обязательно это сделайте, выбрав для рецепта крупного карпа. Вам потребуется лишь очищенное рыбное филе, яблоки пропитают его своим ароматом и вкусом. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Карпа очистите от чешуй, выпотрошите и промойте. Отфилетируйте. Яблоки разрежьте на 4 части и срежьте из них семенные блоки. Промойте и нарежьте дольками. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее яблочную нарезку. Выжмите из лимона сок и смешайте с солью и молотым черным перцем. Обмажьте филе карпа и выложите его кожей вверх на яблочную нарезку. Прогрейте духовку до 200 градусов. Запеките карпа с яблоками примерно 25-30 минут в зависимости от величины филе. За пару минут до окончания запекания смажьте рыбу растительным маслом, чтобы она блестела. Аккуратно выложите яблоки на тарелку, а на них запеченного карпа. Подайте к столу теплым. Можно дополнить чесночным соусом или сметаной любой жирности. Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!